Я слышу, как рычат в пещере монстры. Мы сюда пришли повторно, мы здесь уже были, мы убивали великана. В этой области, смотрите, у нас есть какие-то существа. Сейчас я подойду поближе и решу, какое масло нам нужно использовать. Это у нас ледяной тролль. Тролль, это у нас огр. Сказать не помню. Нет, это не диктует, я просто смотрю, здесь какие-то обновления появились, поэтому открываю. Я путаю, это не огар. Или огар. А нет, все правильно. Квен и... Ну да. Масло против огров. Я его уже обработала. Интересно, на него яд действует? Действует гляди-ка. Слушайте, а что это я ничего не выпила? Пошла с ним кулаками махать. Че, у тебя уже интоксикация? Да ладно. Надо вылечиться. Кто у нас? Ты, да? А чё убавляется? Он меня отравил, что ли? Та самая кузня. Поищу инструменты. Давай-ка. Поищем с тобой. Завладел нашими инструментами. Первоклассные кузнечные инструменты. Кузнечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила. Диэтвен. Нашли меч. 18 уровня. Чем мы запоздали, получается? А, Иоанна, да, вспомнила. Это женщина у нас, кузнец.
Нужно обратно принести, пошли. Хорошо, что нам не нужно было никуда спускаться. Тут у нас перекресток. Почему? Мы не все собрали, что ли? Принести инструменты Фергусу. Так это хорошо, только почему мне не показывают куда? Так это вообще, по-моему, в Велине, да? Да. Все до меня дошло. Он же это... Да. Давно мы не были нашли на болотах крестьян. У кровавого барона. Барону, самозванному владыке Велин. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Так, несем инструменты Фергусу. Давно мы... Ой. Глаза у тебя как у кота. Бери меч-то. Как у кота. Эй, ведьмак, подойди-ка. Да кто сказал? Кто сказал? Ты что ли? Что, мастер ведьмак, не узнаешь? Собственных охранников. А, теперь вспомнил. Как вы потом добрались? Приятель личнейше. И торговля у нас вышла бойкая. Так что теперь у меня много нового товара, если интересуешься. И все, разумеется, со скидкой. Давай посмотрим, мне как раз меч продать надо. Покажи мне свой товар. Товары вообще заглядеть. Со скидкой, главное. Если бы без скидки, то другой вопрос. А тут со скидкой грех не взять, да? Бывай. Заглянули к у тебе. Меня найдешь все, что нужно. Пока я тебе все не продам, что у меня есть. Идите у тебя все к черту. Нету все, что нужно. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина. Ты любишь сверчков? Давай монету. Решка, пойдем в главный. Ну, наверное, сейчас уже спит, надо перематывать. А карту барона, по-моему, я брала со стола. Мне тогда писали давно. Давно это было. Я, по-моему, брала эту карту. Сейчас я туда зайду, хочу проверить. Ой. Ты еще работаешь? Ничего себе. А. Чем могу служить? Инструменты у меня. Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было тяжко, так что я рассчитываю на скидку. Было нелегко, поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грюникан, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры! Напра...
Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Что с тебя хватит? Что там с панцирем? Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаардца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Да, несправедливо. Я не люблю такую несправедливость. Почему ты на это соглашаешься? Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Помощники, говорят, какие у вас наглые. Помощника сложно найти, а все делает она. Я убью его и принесу тебе кислоту. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Ты дальше лежи задницу. Но тут дело не только в этом. Ну как же краснолюд не умеет делать доспехи, да? А как же честь? У вас, по-моему, у краснолюдов тоже это должно быть как кредо. Так, у нас с вами дополнение к заданию. Добыть кислотную железу грифона. Так, и еще здесь, кстати, на доске какие-то квесты появились. Наверное, как раз один из них связан с этим драконоидом. Пришло время пополнить дружину замка новыми рекрутами. Каждая семья должна отдать на службу одного сильного здорового мужчины. Это мы еще в прошлый раз читали. Моя доченька Ягодка, милое дитя, умерла на 4-м году. Мы похоронили ее на кладбище под кривой березой, если кто хочет положить горсть земли. Это мы все слушали, мы читали. Я старая женщина, немало в жизни испытала, немало видела, и боги наградили меня даром провидения. Только возьму человека за руку, выгляжусь и сразу вижу, что ждет его впереди. Я никакая не чародейка, но этот чудесный дар у меня есть. Как кто иной плавает хорошо или на скрипке играет, а я вот увидеть могу. Дар предвидение называют. Кто, у кого хорошо развит стихии воздуха, за это отвечает. Дар оракула. Если человек видит чисто, но это не значит, что это сбудется. Он видит ветки в пространстве вариантов. И та, которая более вероятно, видит более четко. Но если человек это не примет, то может и не сбыться. Как кто иной плавает хорошо, или кто на скрипке играет. Если кто захочет узнать, что ждет в жизни. Всем объявляется, что те, кто не выполняет повинности в пользу замка, будут сурово наказаны.
за сокрытие еды каждый, будь то мужчина или женщина, старик или ребенок. Моя дочка так делает массаж, что все уходят от нее премного довольны. Особенно помогает при болях в пояснице и шее. Если от работы в поле вас сломит кости, зайдите в нашу хату. Тем, кто хочет заработать или людям помочь, в холмах к северу от Вронец завелось какое-то чудище. Возможно, грифон. Кто его убьет, принесите трофей в квартиру мейстеру во Вронице и получишь достойную награду. А если же до людей тебе дела нет, а сражаться с грифоном сышься, держись от тех мест подальше, иначе попадешь на бед той бестии. И сам... И если сам убедиться хочешь, то иди к себе с катертью дорога. Да, мы сейчас снем. Как раз грифон в холмах. Это мы идем выполнять. А, посмотрим. Посмотрим, давайте, какого уровня у нас задание-то. 24 уровня, ну как раз нам подходит. В холмах это где? Отсюда ближе будет. Сейчас переместимся. Меч у нас какой против него? Ну, еще можно, конечно, перемотать время. Заодно у нас восполнится бомба. Так, мы к перекрестку. Блин, что-то мне так хочется другое одеть. Надоела мне эта одежда. Так, а чё я к барону хотел зайти внутрь? Чё я там не... А, всё правильно. Запуталась уже, в какую сторону бегу. Его жены. Это его комната. Вот здесь лежала карта, ее уже давно взяла. Наверное, да. Так, все, вроде бы. Ничего нам вид, здесь смотреть. Пам-парам, пам-пам. Парирурам. Смотрите, сад тут у его жены. Я тут какие-то цветы тоже собирала. Растения, мышехвост. Лишним не будет. Собрали все в саду тут. Больше в этот сад, кроме него, никто не заходит. Он сюда приходит подумать о жизни, о былом. А мы приходим собрать, чтобы использовать с пользой. Блин, если здесь вот все обустроить, вот это вот поместье, да, конюшню, дома, то вообще цивильненько так, да, было бы. Если бы мы жили на... Если бы это место... Ну, хотя здесь рядом река, ручей, устья реки-то.
точнее, на вершине горы, как на Скеллиге, так было бы, конечно, еще краше. Все скажу, где покража спрятана. А, твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на казнь прибереги. Че как? Может, кого защитить? Нет? Без меня? Без меня? Решили. Слушайте, я что, тут не была? Хотите сказать, тут все обновилось? Чудеса чудесные прям таки. Закрыто. Ну ладно. А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? А твое бледное рыло людей не бесит? Подожди, я посмотрю на твои доспехи и скажу тебе. А нет, ты не Нильфгардец. Тогда я промолчу. Тогда шутка не удастся. Ладно. Идем выполнять квест. Смотрите, вороной конь какой. Пучеглазенький. С красными изенками. А здесь у нас вроде и сундук. Ой, сундук тоже был, да? Сундук у барона. Ну да, по-моему, шмоток одевать-то нечего. По-моему, да. Я в алхимию что-то вообще не захожу, потому что я улучшила все, что могла, а для остального нужны редкие ингредиенты. Сейчас не в алхимию. Господи. Не, в алхимии, все правильно. Для остального нужны редкие ингредиенты монстров. Печень, там еще что-то. Большой синий мутаген можно сделать, например. Большой красный мутаген можно сделать, например. Большой зеленый мутаген. А, нет. Сколько надо? 3. Большой зеленый. Сделали. Да и глянуть, что там у нас. Выйди нормально. Не здесь. Везде большие, только красные, да? Ну, у меня так плюс 7%. Больше что-то пока не нашла. Отравленные клинки. Наверное, это так делается. Дась.